ООН приостановила доставку гуманитарной помощи по всей Сирии. В организации боятся за безопасность своих сотрудников, ведь накануне одна из автоколонн попала под обстрел в районе Алеппо. Погибли несколько человек. В результате удара по гуманитарному конвою были полностью уничтожены 18 из более чем 30 грузовиков, а также мобильная клиника. У всех машин в составе колонны были необходимые маркировки и документы. Маршрут их поездки был согласован. Помощь должны были получить 160 тысяч жителей Сирии. Thank you.